Мясо хотите? Ну давайте. Громче! Немножечко покушаем, перекусим, так сказать, мясцом, давай. За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей. Все расхваливали ужин, и хозяин весел был. О жене своей все время говорил. Все вместе ели мясо мужики, пиво запивали. О чем конюх говорил, они не вали. Вали! Я узнал недавно, все вы как ни странно, конюх хриплым голосом проговорил. С твоей бабою встречались, они от меня, и поэтому всех вас собрал сегодня. Ели мясо мужики, пиво запивали. О чем говорю, говорил, они не боли. Боли! Давай! Хорошо зашла песенка, да, это уже радует.